Дорогие друзья, гости, коллеги и все, кому не безразлична наша страна, сегодня открывается юбилейный 5-й фестиваль Русского географического общества. День непростой, день, который мы, я уверен, заслужили и заработали, день географа. Мало того, день рождения Русского географического общества. Это для всех, кто является членами Русского географического общества, для тех, кто любит нашу страну, для тех, кто любит путешествовать, для тех, у кого каждый день присутствует желание раздвинуть горизонты и заглянуть чуть дальше, узнать чуть больше не только о географии, не только о реках и озерах, горах и пустынях, о животном мире, узнать больше о тех, кто населяет нашу страну, как они живут. Когда-то давно-давно, в 19 столетии первооткрыватели, тогда было много таковых, потому что много что надо было открыть, они совершили большое путешествие по нашей стране, через нашу страну. На это им потребовалось 8 лет. 8 лет сегодня вы сели на самолет, и через 4 часа вы находитесь в Красноярске, через 5,5 часов вы находитесь в Иркутске. Время спрессовано, уже, казалось бы, дальше некуда. Но, тем не менее, мы попытались его спрессовать еще сильнее, еще больше, чтобы вы могли за несколько часов увидеть всю нашу страну. Здесь представлены, на нашем фестивале представлены практически вся наша страна, хотя я, конечно, осознаю, что я не прав. Нельзя нашу страну представить на даже такой большой площадке, какой сегодня является Зарядье, потому что это не только люди, это мнение этих людей, это знания этих людей. Именно поэтому во время фестиваля будут проходить дискуссионные клубы, на которых люди будут обсуждать, рассказывать, показывать, убеждать, что именно к ним надо приехать, именно у них надо побывать, именно их направление в географии, этнографии, экологии надо развивать более всего. Но это все полезно, это все нужно, потому что у каждого из этих людей, естественно, помимо профессии, есть еще и огромное желание донести те знания, тот опыт, все то, что он знает. Да, иначе зачем это? Ну вот ты, когда ты знаешь и ни с кем не можешь поделиться, ты больше похож на сейф с деньгами, которые нельзя открыть и кому-то передать, чтобы это было использовано во благо многим и многим. Поэтому я желаю всем, во-первых, побывать на нашем фестивале. Времени не так много, поэтому надо поспешить, поторопиться. 10 дней будет идти фестиваль. За эти 10 дней, конечно, можно успеть многое, если побывать там тем более не один раз. Ну, хотя бы один. Хотя бы один. Мы вас все приглашаем. Будет невероятно интересно. Много интересных людей, много интересных фильмов, фотографий, экспозиций. Приходите.